Норм. Угу. Эта операция показана как мужчинам, так и женщинам. Веки молодят очень, минус 10 лет. Главное в этой операции очень щадящее отношение к собственным тканям, не делать ненужных, не радикальных вмешательств, не надо пересекать мышцы без необходимости, не надо иссекать кожу, особенно на нижних веках, без необходимости. Мы потом покажем результат без синяков и отеков. Но даже на 5-й день, мне кажется, очень даже прилично. Сегодня 5-й день после блефаропластики. Хочу вам показать, как выглядит шов. Разрез не длинный, не короткий. Он не должен выходить за пределы естественной складки. Вот у нас ниточка. Вот. Это вкол и выкол. Сейчас я удалю и покажу, как это будет выглядеть. Вот я беру за конец ниточки, и вся процедура складывается только из того, что я вытягиваю. Все, все удалили. Откройте глаз, пожалуйста, наверх. Еще наверх. Вот, рубец абсолютно в складке, его не будет видно никогда. Граница векощечной борозды, которая западает с возрастом, западает эта область у всех без исключения. Исключением являются очень полные люди. Обратите внимание, что синяк не распространился ниже этой борозды. То есть у нас носослезная борозда переходит в векощечную борозду. Видите, что граница отечности синяков за эту границу не выходит. Это та линия, которая беспокоит многих пациентов с возрастом. Им кажется, что вот здесь припухлость области малярной, вот мешка. Но проблема не здесь часто бывает, а наоборот в том, что вот здесь не хватает объемов. Эту область при желании пациент может скорректировать небольшими дозами гиалуроновой кислоты. Мы наполняем ямы, и получается вот такой эффект наполненности. Синяки у нас будут проходить где-то неделю, все индивидуально.